где Красная площадь, не знаете? А, с той стороны, да? А, так. Ну что, что? Революция. Молодежь, блядь. Что, гимн? Да. Просто в интернете гимн. А, просто его запустили и все? Да, вот. Слушай. Это патриотично, да, мне кажется. Просто доброе, все нормально. Простите, пожалуйста, мы видео снимаем, на самом деле, розыгрыш просто. Вам ничего не странно было, что что-то... Странно было с самого начала. Что-то не так. Thank you.
Ванилю хочу. Да вы что-то, я поняла. Что? Нет. Скорую вызвать. Я москвичка. На МХАТе задание просто дали. Ладно, ребят, это пранк на самом деле просто. Ладно, да, это пранк на самом деле, ребят. Спасибо. Вы поняли. Да, да, да. Не-не, круто, круто. Не-не. Не, просто смотрим реакцию людей на странное поведение людей рандомных на улице. Да в Москве это нормально? Ну да, да, да. Особенно в центре. Ну ладно, вы красавчики, выдержали. Хорошо, дня, ребят. Спасибо, спасибо большое. Вам тоже. Спасибо. А ты не видишь, люди стоят, куда ты прешь? А мы думаем, куда мы иди, давай. Мне было интересно, когда вы закончите. А, вы бы долго, да, сидели, наверное? Ну, я бы долго. Я про ладно. Там, мужчина вас держит, тем более охраняет, так что, в принципе. Это так читать. Сложно было сдержаться. Понимать невозможно. Короче, особенно, когда мы повернулись. Давайте. Когда еще гимн ты включил, я такая... Бабками ровно дорогу хватанула на камеру. Давай еще раз, давай. Секунд не вывезли. Только я потом в чате пишу, вы также в линию, вы разворачиваетесь. Вот сейчас, секундочку. Твоя любимая, давай. Слышали, там еще девушка прошла, типа, кто ж пана, ну, типа, когда он позвонил, сказал. Да, 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 да. Тоже реакция прикольная была. Ну да, хватит. Все. Саш, скинь потом. Короткая зарисовочка, потом смотрим. Короткая зарисовочка. Нет, не интересно, пусть Саша скинет. А может, да, 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 да. Замедленная съемка. Пранк? По телефону? Потом. Она у нее проколоты, они. Смотри. Вау. Да? Дробности. Нет, короче, скинешь нам.